Чем известен новый глава Сагдийской области? Выходцев из Таджикистана медленно убивают в тюрьмах России. Кыргызстан. Новый президент хочет продвигать так называемый традиционный ислам. 13 января 2018 года президент Рахмон провел кадровую перестановку на севере Таджикистана. На должность председателя Сагдийской области Рахмон назначил Раджабой Ахмадзода, ранее занимавшего должность председателя Государственного комитета по земельному управлению и геодезии Республики Таджикистан. Об этом сообщается в пресс-службе президента у 13 января. Напомним, что 47-летний Раджабой Ахмадзода известен ярой антиисламской позицией. В феврале 2016 года он, будучи мэром Худжанда, поручил соответствующим органам проверить каждую махаллю на предмет наличия в ней так называемых лишних мечетей. И если в радиусе 100 метров обнаружится две мечети, то одну из них приказал превратить в чайхану или швейный цех. Также он известен как противник ношения хиджаба. Именно он официально потребовал от женщин города Худжанда отказаться от хиджаба под предлогом того, что якобы это чуждая одежда для таджикских женщин. Граждане Таджикистана, осужденные на территории Российской Федерации по сфабрикованным уголовным делам, сталкиваются с нечеловеческими условиями содержания в местах лишения свободы. Так, за прошедшую неделю в редакцию обратились близкие родственники и друзья нескольких выходцев из Таджикистана, отбывающих срок наказания в России с жалобами. В беседе с корреспондентом Хабархо, супруга осужденного Шарипова Ахмада, имя изменено, рассказала о том, что происходит с ее мужем. Мой муж работал в Москве курьером. Три года назад сотрудники ФСБ задержали его, обвинив в участии в экстремистской организации. В итоге осудили на 17 лет лишения свободы. Причем единственная его вина заключалась в том, что он был практикующим мусульманином и читал исламские книги. Когда его задержали, он не стал давать против своих земляков ложных показаний. Мало того, что его осудили на 17 лет, так его еще и этапировали в Сибирь и поместили в изоляционную камеру. Но это еще не все. Когда я хотела сделать передачку и передать теплые вещи и продукты, ведь он находится в Сибири, то мне сказали, что в ближайшие шесть месяцев передачи не принимаются, сообщила она. Другой собеседник Хабархо также сообщил, что его брата, осужденного по обвинению в экстремизме, этапировали в Сибирь, и таким же образом пожаловался, сказав, российские силовики и всех осужденных мусульман умышленно топируют в Сибирь, чтобы они погибли там от суровых условий содержания. Как мы заметили, особенно это практикуется в отношении осужденных по обвинению в религиозной деятельности таджикских трудовых мигрантов. Президент Кыргызстана Бай Женбеков хочет подогнать ислам под секуляризм. Об этом он сказал на встрече с директором Государственной комиссии по делам религии Заербеком Эргишевым, которая прошла 5 января. По мнению президента, государственная политика в религиозной сфере должна проводиться, опираясь на принципы светского государства. Также он отметил о необходимости распространения среди населения именно так называемого традиционного ислама необходимо усилить работу по повышению уровня образования населения в религиозной сфере, ужесточить контроль за реализацией единой программы обучения во всех медресе и других религиозных учебных заведениях, заявил президент Кыргызстана. Заирбек Эргешев со своей стороны поддержал инициативу президента и доложил о ходе реализации концепции так называемого умеренного ислама в госполитике на 2014-2020 годы, сообщив, что на данный момент уже идет работа над совершенствованием законодательной базы, регулирующей религиозную сферу страны. Радикализм, экстремизм. Эксперты отмечают, что навязываемый со стороны секуляристских режимов в Центральной Азии так называемый традиционный ислам – это не более чем фальшивая религия, искаженная в угоду политической конъюнктуре и интересам того или иного диктатора, и очень далекая от того понимания ислама, которым обладали народы региона в течение более чем тысячи лет.